Сфера экологии охватывает все стороны человеческой деятельности. Везде, от микромира до космоса, найдется работа для новых специалистов. 1 сентября в старом здании, где начинался РУДН, прошла торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников экологического факультета. Мы живем в стране, богатой ресурсами. И сейчас эколог как раз, мне кажется, то, что надо нашей стране. Хочется пожелать в первую очередь побольше позитивных моментов, потому что это как бы шаг в студенческую жизнь, самую такую веселую, интересную. Новоиспеченные студенты с гордостью слушали декана факультета Наталью Черных и принимали поздравления от почетного гостя, проректора РУДН по научной работе Нура Кирабаева. Радостно сияли глаза первокурсников, которым были обращены напутственные слова профессорско-преподавательского состава. Я всем желаю успехов в учебе, чтобы люди добивались свои цели, шли к ней, и, конечно же, творческих каких-то начал. Очень ждали этого момента. Очень нравятся перспективы, которые здесь предлагают. Вообще, и люди, которые здесь учатся, уже много с кем познакомились, тоже очень-очень довольны. Вот, все очень классные, все очень здорово. Уже жду общения новых друзей. Мы также желаем всем первокурсникам успехов, легкого пути и удачи на предстоящих сессиях. Вероника Нехотина, Илья Шагиев, новости ТВ РУДН.